Спасибо всем огромное за 50 подписчиков. Я расскажу один небольшой секрет, который вас удивит. Начинаем. Погнали. Как вы уже знаете, я создаю контент по играм на мобильной платформе. Но сравнительно недавно я начал снимать ПК, что качество контента еще больше растет. Кстати, поговорим о качестве видео. С начала создания моего канала я выпускал некачественные ролики, плохим звуком и качеством 480 пикселей. И я сам монтировать не умел. Но больше увлекаясь созданием видео, я увеличил ютуберский скилл, и также, чтобы снять хорошую игру, я развивал свои игровые навыки. И да, умение комментатора тоже необходимо на ютубе. Для этого я обзавелся отличными наушниками с гарнитурой от бренда JBL, что позволило увеличить слышимость моей речи. А теперь поговорим о партнерах моего канала. 18 октября 2020 года моим первым партнером по ютубу стал Гарпий, с которым мы сняли 2 успешных видео, которые у меня залетели и улучшили мою статистику на YouTube. А вторым моим сотрудником 9 декабря 2020 года стал Владос Хиопс, с которым, точнее у которого я заснялся в одном интересном клипе. Ссылочку на него я оставлю в описании. Сейчас вы увидите результат моей за 4 месяца работы на YouTube. И сейчас вы увидите полный экран различных цифр. Это мое время просмотра минуты. Это мои просмотры. Это мои подписчики. А это то, что без подписки, а то, что с подпиской. Так что, кто смотрит меня без подписки, у того маленькая пип. Так что залетайте с двух ног в кнопку подписки, и у вас не будет этого. Сейчас расскажу один удивительный секрет. Самое первое мое видео было не вот это. Хуйня. А мое самое первое видео было создано в 2017 году. Вот сейчас я его вам продемонстрирую. Оставлю ссылочку в описании. Кстати, сегодня день рождения одного Дмитрия Шепетнева. Хочу поздравить его, пожелать ему удачи в жизни, успехов, а самое главное здоровья. Ну а на этом я хочу сегодня закончить свою историю канала. Спасибо всем за просмотр. И также сейчас вы увидите себя, возможно, в преданных подписчиков. Погнали!